Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на Dreadnought с 15 по 19 февраля. У микрофона Falcon, и мы врываемся во второй этап, где встречаются две команды Jet Set Pro и As a Killers. Вот такие забавные названия, по крайней мере, у второй команды, что очень-очень даже интересное. Ну да ладно, в общем-то, команда на ваших экранах, команда Jet Set по левую сторону, As a Killers справа. По, собственно, ростеру команд это с G7 выступают у нас AMD, пусть будет просто AMD, Купер, Гос, мой господин и Палки за команду, а за Killers у нас выступают Jitsus, Джос, Фрэнк, AMG и Duo. Боже, AMD и AMG, что ж такое-то? Ладно, два коллектива, которые прошли во второй этап и будут сейчас сражаться, соответственно, за выход в третий. Там у них уже есть соперники. В общем, сегодня у нас играется один этап, всего, я так понимаю, 4 пары команд сегодня у нас, да, присутствуют. Помимо As a Killers против Jet Set у нас также выступают. Очень интересный матч, это формация с Энхаусами. Ну вот, в принципе, ой, вторая пара, я не знаю, Middle Legendary, я не знаю, кто это такие, и Порно MVML. Вот Порно, в принципе, состав знаю, а вот MRML нет, не видел. Хотя, может быть, просто название совершенно не говорит о составе. Там, в принципе, может быть кто угодно. Я не смотрел регистрацию, так что без понятия. Ладно, ждем, пока ребятки прожмут. Сейчас надо, кстати, по-моему, еще почеркать. Черка вроде как не было. Поэтому будем ждать, пока ребята вычеркнут карты. И начнем. На самом деле, я даже не знаю, кто может выиграть в этой паре команд. Тут, в общем-то, и Jet Set может раздать и As a Killers. То есть составы достаточно какие-то сильные, но все-таки, мне кажется, тут затащит команда Jet Set, просто потому что здесь, ну, состав, мне кажется, чуточку посильнее будет. Ну вот увидим. Хотя тут, скорее всего, просто у кого доната больше, что-то выиграет. Ладно, конечно, донат не особо так решает, если команды, ну, по скиллу, примерно, одинаковые. Так, ладно, в общем-то, я не знаю, вычеркнули ребята или нет карты, потому что я не видел черка. Нет, нету. Нету черка, так что будем ожидать, пока, видимо, вычеркнут и начнут уже. Так, кстати говоря, по черку и по картам. Вообще у нас играются тут несколько карт, которых нету в SLTV. Это медицинский центр и торговый центр. И мне кажется, их нужно просто вычеркивать и уже дальше играть все остальные оставшиеся вот карты. Такс. Стоп. У нас вот просто будет черк, да? Да, это в финале у нас ставится рандом, а здесь у нас просто черкается. Ну, замечательно. Да, 9 карт у нас стоит. Прекрасно. Ладно, сколько задержка? Задержка на стриме приблизительно 30-40 секунд. Я особо не мерил. Примерно 40 секунд. В принципе, нормально. По крайней мере, такие, в принципе, задержки все ставят. Так, ладно, в общем, ждем, пока ребята не знают, что они делают. Надо бы подчеркивать карты. И тогда уже можно начинать. Потому что пока что я не... А! Стоп. Карта Random Stage? Это куда относится? Это к обычному, что ли? Я понял. Окей. В общем, они этап обозвали как карта. Прекрасные этапы под названием карта. Мне очень нравится играть этапы под названием карта. Это что-то новенькое. Я просто не обратил вообще на это внимания. У нас в полуфинале идет черк карта, а вот в финале Best of 3. Тоже с черком, я так понимаю, карт. А сейчас у нас просто ставится рандом, и мы просто выбиваем, собственно, рандомную мапу. Окей, ладно. Давайте забудем об этом. Ну, тогда у нас, в принципе, остается медицинский центр с торговым. Мы просто могут выпустить вот эти вот две абсолютно... абсолютно ненормальные карты, которые мало кто, в принципе, умеет достойно отыгрывать. Так, ну ладно. Жмите, давайте кнопочку готов, ребят. И, в принципе, начнем уже, пожалуй, отыгрывать. По билдбаю у нас что происходит? Здесь 5 аугов. И, кстати говоря, есть берданочка в руках у Джизуса.
Джуст играет с крисами тоже. Тоже очень даже забавно будет за этим посмотреть. Ну, как-никак Дредноут. Приветики полетели. Да, кстати, о приветиках, ребят, можете писать в чате на Твиче комментарии и тому подобное. Это будут зачитывать в каких-то перерывах между матчами, возможно. Во время матча, в общем, посмотрим. Когда у нас будет время, я зачитаю что-то, потому что время на этом будет. Господин, привет, привет, Палкин. Замечательно. Я думаю, он сам увидел. Квос Маус у нас здесь есть. Передаю привет Квану Акви из Капуста. Да, Капуст тот самый коллектив, тот самый старый коллектив, по-моему, который первый получил дисквалификацию. В Стар Дивизионе это было в первом сезоне, боже, как вчера помню это время. Играл еще с этим Купером, который у нас на стримчике. Замечательно. Ладно. Ждем команду As the Killers и уже начнем игру. Давайте, ребят, прожимайте кнопочку готов. Я уже просто рвусь в бой, чтобы посмотреть за зарубой, которая обещает быть, ну, в принципе, наверное, интересной. Давайте посмотрим по сетке. Там у нас, кстати, команда есть уже и в третьем этапе. Так что тут просто поджидают уже ребяточки своих соперников, которые будут выходить в третьи этапы сегодня. Вот команда, не знаю, JetZ Pro или As the Killers, смотря кто выиграет, будет играть с Барракудой. Я не знаю, кто такая Барракуда, я не смотрел состав. Опять-таки, ну, может быть, там кто-то жесткий сидит, просто об этом не знаем. Карта Люксвиль. Карта Люксвиль нападает. Давайте же посмотрим за данной карты. У нас сразу кто-то выходит. Ну и мы вместе, соответственно, с ними тоже выбегаем. Что-то не заладилось у ребят, что-то не прогрузился кто-то. Кто это был? Непонятно. Ладно, в общем, что-то слишком уж долго у нас затягивается начало. Я уж надеялся, что ребят побыстрее начнут. Уж пораньше начал. Выключил музыку, начал что-то говорить. Но тут, видать, не все так быстро. Ладно, давайте пока поставим, что ли, музыку, потому что, ну, в общем-то, вернемся, когда зайдет у нас пятый игрок. Thank you.
Я не знаю, зачем ребята поменяли карту. Нужно было снова ставить Люксвиль. Ай, видимо, правила совсем ребята не читали. И давайте пусть с этим... Что вообще происходит? Ладно, давайте пусть с этим буду разбираться не я. Это, в общем-то, их проблема, что они не читают правила, так что... Окей. И тем временем у нас уже просто пошли разногласия, по-моему, в команде The Killers, что это произошло, это просто взорвали дуо. Прекрасно, замечательно. Так, сейчас я кое-что здесь... Прекрасно. Ладно. По мосту проходят у нас три игрока команды нападения. У нас MG стоит в защите точки Б и будет пытаться здесь что-то принять. В принципе, вся атака уже сосредоточена под... Боже, что я сказал? Под этой точечкой. Ладно. Джизус сместился. Под Б там же MG уже есть минус по ГОСу. Ну и 3 в 3 ситуация. Фрэнк просто мечется, не понимает, куда идти. Но в итоге пошел на перемычку. Господин остался подальше. В принципе, в одиночестве там отыгрывает. Может пойти поставить плент, но, в принципе, тут 1 в 3 остается жизнь. Так что, я думаю, можно его, в принципе, добрить. Да. Замечательно. Это делают ребята из коллектива Jet Set Pro. И первый раунд остается именно в копилочку этой команды. Погнали, второй раунд. Кстати говоря, по ХП у нас что? 132, 121, соточка, 132, 121. Прикольно. А тут у команды защиты только один человек отыгрывается 110 ХП. Так что тут, в принципе, перевес по количеству ХП у команды непосредственно нападения, то бишь GZ Pro. Так что, возможно, ребятам будет что-то полегче отыгрывать именно за счет перевеса в процентах здоровья. АМД пытается тут пострелять по Джосу, он, в принципе, прочекал на игрока. ВТ-шечки сместился обратно. Вот плент, ой-ой-ой, дуо, неплохую пачку повесить здесь по ГОСу. 3 в 5 ситуации, в меньшинстве нападения. Джос снова пошел аркадить, получает по щам. И тем временем 3 в 4. Все еще в большинстве, в принципе, защита, так что полегче им будет, возможно, принимать какую-то точку. Купер проходит мост, но... Там уже запрягают АМД на 0 лет. И, в принципе, решили отпустить его. Будут сидеть ждать. Каких-то действий от команды JetSet. Сейчас у нас азакиллеры. Ну и ребята решаются пройти, в принципе, под бету. Да, смещаются два игрока также под бету. Купер уже проходит мост. Там у нас АМГ сейчас. Опа, на приеме, Купер! Ну что, 80 хп? Нет, отходит обратно. Пойдет давить или нет? Непонятно, АМД погибает. А Джизуса мой господин забирает тем самым. В это же время Джизуса, ну и Купер остались с господином на пару отыгрывать против троих игроков команды защиты. Купер в итоге сместился на свою часть моста, и там же мой господин с 4 хп всего лишь где-то тусит. Ну, тут, конечно, раунд, скорее всего, для команды защиты, так как слишком уж красный господин, и вряд ли он сможет сейчас что-то там предпринять. Купер забирает дуо, неплохо. Есть уже разменчик один, ну и 2 на 2. Вот 2 на 2 уже попроще будет тащить. Главное, что сейчас мой господин от Фрэнка не слился. Бомба поставлена, это точка А. Ну и пошло смещение под альфа. МД уже здесь. Опа, Фрэнк. В принципе, зачекал господина. Тут побежал просто его давить. В спине Купер, ой, не забирает. Ну все, это сейчас просто будет дефьюз. Мой господин просто не успевает добежать до плента. Даже если бы не убили его, все равно бы не успел за раунд для команды защиты. И 1-1 счет на табло. Миссия провалена. Ну что ж. Пока что все очень даже интересненько здесь все происходит. Там 18 секунд всего лишь оставалось до конца раунда. Я вот сейчас заметил до предыдущего. А вот команда JetSet решила альфу фастом сбегать. Ну, посмотрим, что у них из этого получится. На приеме у нас там стоит Фрэнк вместе с Джосом. Будет пытаться сейчас принять эту точку. Купер неплохо забирает Джоса. Ну, правильно, команда нападения. Межести уже отыгрывает защита. Фрэнк неплохо пачку весит по палке. Ее господин разнял с хаешечки. Гос, МД просто забрали весь плент. А в итоге дуа. 1 в 4 остался в тэшке. Ну, тут ой, в двойке. Тут, конечно, ничего не делаешь ровным счетом, господин просто должен сейчас возобревать, но почему-то это не происходит. Что происходит? Дуа!
не может забрать 20 не хп, ну понятно. Я понял, что и как стреляет нас до сегодня. 2-1 становится счет в пользу команды. Джетсет снова вырвали себе раунд преимущества. И, возможно, ребятам нужно сейчас просто фастом ходить на какую-то точку. Это будет ключик к победе над командой Азы Киллерс. Джос. Где он? Непонятно. Погибает Джос. Слишком уж наглый аркаде. Там же еще Фрэнк по щам получает. На МД просто остановил всю аркаду Тэшки. В итоге в меньшинстве защита. Джизус поджимает 0. Тоже может, в принципе, от Купера сейчас отлететь. Ну нет, Джо, Джизус, что происходит? Джизус забирает, нет, сколько вам надо всадить с Купера, чтобы убить его? И что, и погибает, Джизус, что это такое? Это просто берданка мастер сейчас, какая-то была, до в итоге. Вновь остается один против пятерых, и просто парню нужно идти, я не знаю, слиться, что ли. Ну, один в пять не затащит, ну, будет пытаться, в принципе, можно попытаться двоих тут забрать, но на большее рассчитывать здесь сложно. Да, просто садится, нет, не садится, даже на деф идет. Аркадий Тэшку, там никого, с боковой вылетает два игрока, там моментально погибают нас до. Это раунд для команды Jetset Prom, и 3-1 у нас становится счет. Вот Jetset, в принципе, вытягивают. Иногда за счет хп, конечно, у них получается в каких-то моментах затащить, то бишь. 32 хп все-таки лишними не бывают. Поэтому чуточку полегче с этим ребятам отыгрывать за счет КП. Но все же стрельба тоже у них на уровне. Палки с АМД неплохо забрали двух игроков на медле. Там Джизус разменялся. О, неплохо, Джизус. Двоих забрал. Там же еще один АМД может отлететь на нули. Нет, все-таки Фрэнк его забирает. Это раунд для команды защиты. Вот мидл не получилось залететь. Под альфу, в принципе, очень даже неплохо у ребят залетает. А вот мидл... мидл не получилось. Возможно, надо под А опять идти. Два игрока под альфой, три под медлом. Нет, два под медлом, один на мосте. Интересная позиция. Джизус, ой, берданка сейчас на винтах. Что? Нет, даже не попал. Просто отходит. Джизус отгоняет его хаешечка и решил вернуться. Интересно. Что, госса будет пытаться забрать? Мега просто какой-то стрейф. В итоге минус гос. Снова хаешка Джизуса под ноги. Уже 4 в 3. 4 в 5. В меньшинстве за нападение, господи. АМД. Чекает аркаду Тэшки, там никого нету. Ну, ребята, в принципе, сидят, чего-то ждут. Господин отлетает от Джоса. Кстати, палки проходят мост. Может сейчас там собирать МГ, но не получается это сделать. Купер есть минус по Джизусу. Еще сейчас будет минус от палки, то, в принципе, сравняю счет по высшим игрокам, но нет, Джос, Джос не дает это сделать, АМД погибает от рук Джоса, ну и в итоге палки неплохо с Купером на пару забирают, ой-ой, 2 в 2, Фрэнкс 2, остались вдвоем отыгрывать план Б. Там же уже палки ждет Купера, сейчас будет заходить. Под бету, а тут Фрэнк, такой сюрприз в доме, сидит с крисами, просто отгоняет вниз Купера, 3 хп ему всего лишь оставляет и... Тут, конечно, нужно просто, по-моему, дожать уже Купера и не церемониться с ним, но решает все-таки Фрэнк отыграть. Более сейв, аут, хаешечка в ноги, конечно, нет, не зарешала, но все-таки сняла. КП прилично, там же палки забирает двое, и в итоге Фрэнк один в два против красного Купера и более-менее такого фулового палки. Но ребята просто решили под альфу сейчас сместиться. А вот Купер остается в спине. Что, Фрэнк? Зачекать или нет? Через мидл побежал. Вот такого, по-моему, сейчас просто не ожидал Купер. В итоге, плент на альфе. Фрэнк уже на винтах. Купер все еще тусит где-то на бете. Все, понял, что это смещение через мидл. Ну и будет ждать Фрэнка уже в пленте. Опа, есть информация, да, просто палки. Забирает Фрэнк. Это раунд для команды нападения. И 4-2 становится счет. И сейчас мы, походу, увидим... 5 мидл, как нам сообщили ребята из Jetset. Ну, посмотрим, как они это реализуют. Что, куда? Нет, все-таки решили мидл не идти. Пятером решили под альфу. Ладно, быстро, ребята. Быстро, ребята, меняют свое решение. Фаст раунд под альфу. А, уже мой господин прорывается с пацанами. Там же босс. Ой-ой-ой, получает по щам от Джоса неплохо. Если бы он фраг, Джос, Крисо, что делает? Даблкил, там балки разменялся неплохо на...
Но боковой нужно еще поддерживать сейчас врагом по Джосу, иначе просто не получится ничего сделать на Альфе. Ну что, Фрэнк забирает там неплохо палки, мой господин, двоих собрал. Ой-ой-ой, взрывается с хаешечки и Купер. 1 в 2, непонятно, что этот парень делает еще на респауне, но... 1 в 2, для него ситуации есть. 100 соточка хп у Купера. Ну, в принципе, пол 100 хп у его оппонентов. Сместился до... Под бету АМГ остался. Чекать плента, ну и Куперу сейчас придется выбивать. Все вот это вот дело. Ну и что? Оба, хаешечка. Ну вот если бы сейчас не отошел АМГ, то убили бы парня. Да вот до сих пор, кстати, сидит почему-то на бете. Есть информация, что это А, но... Кто решил остаться на той точке? Нет, все-таки сместился. Что-то долго до него информации доходило. Купер все еще прыгает где-то под альфа. Непонятно, можно было бы уже поставить бомбу. Но решил прочекать все просто до пикселя. Вот тут двоечко. Ой, неплохо забирает МГ. Что, Купер? 1-2. Напоминаю, была ситуация. Первого же забрал, а по есть информация по второму, что он уже близко. Ну и дуа. Надо выбивать. Нужно бежать просто. Потому что время играет на... Купера. Дуа. Опа, зачекали дуа, потерял 20 хп. Ну, конечно, не критично, а вот сквозь дымочек шить, конечно, не очень-то. Только если рассчитывать на рандом. Побежал давить, не все-таки Купер. Берет этот раунд, это 5 раунд для команды Jet Set. И все-таки опыт стар-дивизиона дает о себе знать даже через 4 года. Даже через 4 года пацан очень даже неплохо настреливает и берет такие раунды. 5-1 уже обеспеченная победа на первой половине для команды Jet Set Pro. А вот... А за киллерсом нужно что-то здесь все-таки сделать. Потому что иначе, если сейчас не заберут хотя бы 2 раунда, ну, то есть хотя бы один, вот, то на смене будет очень уж тяжко. 6-3 еще вытащить можно, а вот 7-2, конечно, практически невозможно. Так, ну что, АМГ чекает проход по мосту. Там у нас есть 2 игрока. Топа, есть информация. Где же Гост тусуется вместе? С кем он там? С палки. Гост с палки проходит мост. Там премия АМГ. О, господин. До сих пор. Под альфой гуляет Гост. Есть минус по АМГ. Диджей Фрэнк Мидл должен встречать. Отбегает обратно. Есть, в принципе, информация, что на восьмерке есть игроки атаки. По Фрэнку. Ой-ой, 54 хп остается, в принципе... Живой Гос забирает дуо, там же еще убегает с метла, парни, Гос второго забирает, что Фрэнк третьего, давай, Гос, троих разложил этот раунд для команды Jet Set Pro, и 6-2 счет, и последний раунд первой половины, который уже и определит, кто же, то есть не кто же, а с каким же счетом у нас выйдут Jet Set Pro. Ну, в принципе... 6-3 уже 100% есть. Ну, я думаю, 7-2 было бы неплохо. Для, конечно, ребят на это и рассчитывают. Вот. Только для The Killers, конечно, 7-2 это очень даже нехорошо. АМГ есть минус по палке, уже в меньшинстве нападения. Но все, в принципе, сейчас Jet Set планирует на плент А выходить. Там у нас есть Джо с крисами. Вот это будет опасно. Джизус, ой-ой, МД взрывает Фрэнка, гол, там же есть минус по Джосу, неплохо. Уже 3-4 ситуации, меньшинстве защиты прошли, ребят, ну что, МД, что-то стал, не знаю. Нужно проходить дальше, там уже есть яме. Ой-ой, дуа, 13 хп, очень красный, ну что, тут надо кому-то просто нашить, МД забирает Джизус, это 2 в 4, дуа, ой-ой-ой, что вешает дуа, непонятно, там же забирает МГ. АМГ, ой, извиняюсь, дуа остается. 1-2, 13 хп у него в своем запасе, против господина и МД он выигрывает. Бомба стоит, по господин не прожал. Ну и дуа. Ну тут, конечно, только он сунется. Сейчас, в принципе, может стрейфану. А, нет, АМД на боковой. Ну, мой господин очень даже сейчас неплохая. У него была позиция, но решил все-таки более сейв отыгрывать. Ну и дуа прожал первого. Нет, не получилось забрать второго. Это раунд для команды Jet Set Pro. И 7-2 счет на смене сторон. Ребята получают аж 5 раундов преимущества, что, в принципе, обеспечивает им... Уже, можно сказать, практически победу во втором этапе. Ну, посмотрим. За атаку ребята очень уверенно себя чувствовали. Может быть, за защиту будут похуже. Сейчас это и увидим. Руки трясутся.
Руки трясутся, это, конечно, жестко. Ладно, в общем, ждем, пока ребяточки прожмут кнопку и уже продолжим. Catch the wall.
Ну что ж, возвращаемся. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас второй этап дредноута с 15 по 19 февраля, где встречаются две команды. GZ Pro и Other Killers. GZ Pro, в принципе, выбили себе 5 раундов преимущества с мини-сторон. Ну и посмотрим, как они будут сейчас играть в защите. По расстановочке у нас, в принципе, мой господин стоит мост, Купер под бета и АМД. Винты и палки с голосом встают точку А. Ну и туда же ребята уже из Other Killers, в принципе, направляются. Да, под винтами, кстати говоря, есть там один игрок. Опа, АМГ уже прошел ноль, мой господин. Ну что, кто кого зачекает-то? Ой, что происходит, АМГ? Еще и погибнет сейчас. Нет, все-таки забирает. Моего господина в итоге 5-4. Ситуация по высшим игрокам. Есть минус на нуле. А вот под альфой, в принципе, то, что все достаточно-таки жестко. Джос есть, забирает палки. Ой, голос, АМД. Что творят ребята? Сижек двоих забрали. Как так? В итоге Джизус с Фрэнком на пару остались выиграть против трех игроков. Команды защиты погибают просто в дымы. Там Джизус, непонятно, что это было. Какой-то минус от Госса, Фрэнк в итоге остается в одиночестве, погибает моментально. Труп Купера, это раунд для команды защиты, то бишь GZ Pro. И, в принципе, очень даже неплохо сейчас ребята отыграли. Вытащили буквально 3 в 5, вроде как. Ну, очень-очень, в принципе, грамотно. Думал, там сейчас ребят зажмут, и Other Killers все-таки заберутся первый раунд в атаки, но не тут-то было. Тем временем у нас, в принципе, под альфу опять ребята пытаются прорваться. Там уже близко, очень близко Фрэнк с Джизусом. Ну и господин в яме отыгрывает. Есть пошла вторая хаешечка. Опа, отогнали Фредку. Всего лишь оставили. Ой-ой-ой, Джизус, какую пачку там вешает просто сквозь дымы моему господину. В итоге в меньшинстве отыгрывает защита. Ну и Джос также забирает палки уже в меньшинстве, в принципе. Защита вновь остается. АМД, опа, неплохие. Два минуса. Разменял Джос. Ну и 3 в 2. Купер плюс. Вот, неплохо. На пару пытается отыграть. Ой-ой, что это? Что это? Как так? Зачем же там в ряд-то сидеть? В итоге Джизус 1 в 2. 17 хп всего лишь запас. Сейчас просто одна тычка, и он уже мертв. Джизус, нужно ставить бомбу. Тут, конечно, хорошо, GZ-то можно просто отсидеться, но Джизусу что-то придется еще и делать. Должна быть информация, что это плентав. Да, ребят, уже поняли. Что это альфа. Опа, стрефанулся там Джос. Но вот если сейчас погибает, то соответственно будет на руках Купера, которого, в принципе, хп было немного, но Джос, Гос справляется с данной ситуацией. В итоге 9-2 становится счет, и уже допа обеспечена как минимум джетсетом, но я думаю, сейчас просто будет уже победа этой команды и выход в третий финал, потому что вообще, по-моему, никакого сопротивления за киллер сейчас не показывают. И может быть, конечно, проснуться на пару раундов, но этого будет слишком мало. Джос забирает Купера, там Дуа, кстати, начекал сижечку на полу на винтах, в итоге взорвал ее, но, по-моему, хп немного потерял все-таки. Тем временем, проход под бету, опа, поставили же бомбу, а вот стишку не зачекал. У нас Джос, Дуа есть, разменчик по палке, 4 в 3 в итоге ситуация. Господин Фрэнк на нуле видит, ой, это на восьмерочке это было, забирает. Фрэнка 3 в 3 ситуация, но господин получает по щам просто сквозь дверь. Это МГ, ой, неплохо разменчик от Госа, МГ забирает. Забирает МД, что МГ забирает МД, в итоге Гос 1 в 2 пошел. Убивать дом, тут, конечно, здесь какой особо не враз... Ой-ой-ой-ой, нет. Я уж понадеялся, что сейчас заберет еще АМГ, но не повезло. Не повезло на второго, в итоге 3-9 счет становится, но в общем-то, один раунд, конечно, забрала команда The Killers, но тут еще нужно забрать 6, чтобы вывести на допы. Погнали, что у нас дальше? Команда нападения. По-моему, просто нужно ребятам забежать быстро в альфу, убить там всех и закончить на этом на сегодня, но решаю все-таки пройти под мидл. Тоже интересная идейка, но там у нас есть на бете палки, который
Который где? Где палочки? Не могу его найти. Вот он, в доме. Купер забирает НГС-шку, срывается. Непонятно зачем, но на восьмерке еще никого не было. Но палки должен забирать Фина Фрэнка, да, в итоге забрал. Уже на стрейфе в дом, там же еще в бой, бог есть, минус паду. Но в итоге 2 в 5, конечно, Джо с Джизусом этот раунд вряд ли затащит. Связочка Джей Джей у нас просто какая-то осталась. Блин, стоит на альфе. Джос будет встречать перемычку с дробовиком, а там сколько игроков-то, боже. Сейчас если выйти, нет, мог выйти, там, не знаю, просто массово какой-нибудь запилить. Пропустил слева, да это как? Да что это такое? Он что, просто не видел, что ли? Ничего, угол обзора 30, я не знаю. В итоге, забирают раунд у нас сейчас команда GZ, это 10-й раунд в их пользу, ну и ребята побеждают в данном этапе, проходят, собственно, в третий, и уже там будут сражаться далее и далее за выход в финальную стадию турнира. В общем-то, возможно, мы их там и увидим. Ну да ладно, на сегодня все, сегодня мы закончили со стримами, так сегодня только один этап у нас был, да и там уже команда, уже остальные все отыграли. У микрофона был Фалькон, ребят, напоминаю, также можете подписаться на наши социальные сети, так как именно там будут выложены записи, анонсы и тому подобное. Ну, а на сегодня прощаюсь, увидимся завтра, всем спасибо, что смотрели, всем удачи и пока-пока.